В мэрии Сургута рассказали о флагманских проектах в стратегии развития города. Всего их 16. Департамент архитектуры и градостроительства курирует 5. Среди них транспортно-логистический хаб, который будет создан с учетом появления второго моста через Обь, выгодного географического положения и потребностей в сфере накопления и сортировки грузов. Получит развитие речной фасад. Проект предполагает формирование единого визуального стиля, оформление зданий и сооружений со стороны водных объектов. Отдельным пунктом выделен на необходимость создания городских набережных. Четвертое направление – мобильный город. Предполагает развитие системы индивидуальных мобильных средств через формирование сети велосипедных дорожек. Они уже строятся в составе новых участков дорог. Предусмотрена и реконструкция уже действующих тротуаров. Цель – появление беспрерывного велосипедного маршрута, протяженность которого предполагается будет составлять 43 километра. Пятый флагманский проект мэрии – развитие системы общественных пространств. Задачи потребуют преобразования таких территорий общего пользования, объединения рекреационных зон в единый пешеходный и велосипедный маршрут. Однако нужно и серьезное финансирование. У нас вот этот участок от Изиды до Дворца Торжеств есть уже проектная документация, которую заказчиком которой выступал НКО УКС. Серьезные деньги, там в первую очередь только порядка 430 миллионов потребность с учетом необходимости берегоукрепления, устройства дорожек и так далее. В некоторых случаях есть мысль прибегать к инвестиционным возможностям бизнеса. Администрация Сургута уже выходила с инициативой по комплексному развитию территории так называемого ядра центра города. Пока решение не принято, но по задумке обязательства бизнеса не ограничивались бы исключительно решением вопроса о расселении деревянного фонда, сохранившегося на территории. А также отвечали бы и за развитие набережной на участке от Университетской улицы, от здания компании «Россети» до главного корпуса Сургут. В целом же в проект по развитию системы общественных пространств и созданию комфортных пешеходных маршрутов на первом этапе войдут проспекты Ленина и Мира.